Здравствуйте. Обязательная утренняя процедура, обработка рук, а после медосмотр. Измеряют температуру, давление, промилле. Ринат Мухудинов – водитель со стажем. Последние годы работает в столичном исполкоме. Теперь возит не только начальников, но и врачей. Не только ремень пристегнуть, но и маску надеть. Такая вот двойная защита. Первый адрес сегодня – 18-я поликлиника. Выездов по обращениям за день немало. Работа хоть и прибавилась, но помочь медикам только рады, рассказывает Ринат Мухудинов. Сложности нет, просто мы сами очень довольны, что мы имеем такую возможность помочь врачам с выездами по адресам. Это машина X-Ray. Дежурная подъехала к поликлинике. И поддержка это ощутимо. Только в этой поликлинике сейчас в среднем за день поступает около 50 звонков. На все 5 машин. Вызова разного характера. То есть в большей части как бы вызывает именно с температурой, с подъемом давления. И больше вызывает пожилые люди, у которых обостряются хронические заболевания. Помогли, чем могли. Передать в пользование медицинским учреждениям 15 автомобилей, распорядился мэр. Хватает врачей, слава богу, не успевают на вызова, поэтому часть машин мы передали из исполкома управления здравоохранения. И работа стала идти быстрее, говорят врачи. Не нужно ждать, пока освободится машина. А для водителей ценные советы от специалистов, как защитить себя от вируса. А завершается рабочий день водителей теперь вот такой вот тщательной обработкой. Дезинфицируют все, начиная от ручек, сидений, поверхности машины, ну и, конечно же, воздух. Машина Рината Мухудинова к новым вызовам готова. Если понадобится, из гаражей исполкома врачей подхватят дополнительные автомобили, обещал мэр. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Йоз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән Җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар сорау буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.